Делаете? Я говорю, ну сижу. Он говорит, выйдите из зала. Я говорю, ну хорошо, сейчас выйду. Я вышел. Так мало, он же до меня давай дальше докапывается. А вы кто? Я говорю, ну какая вам разница, кто я? Я говорю, вы здесь кто? Он говорит, я здесь работаю. Я говорю, ну а я тоже пришел сюда по делу. Поэтому и занимайтесь своей работой, раз вы работаете. Меня партия пригласила. Ну, мне было тогда лет 20, может, я еще в партии тогда не состоял. А вот надо было. Ну и вот он, как давай там, нет, все, пройдемте к охране там. Ну, мы сейчас вас покажите давай ваш билет. Лучше. Ну и вот. И я в итоге говорю, ну и очень там мне нужен ваш Шуфутинский. Говорю, я уйду отсюда принципиально сам. И не пошел никакой охране, развернулся на выход и через служебный вход как зашел, так и вышел. А вот я обиделся. Наверное. А, это кот. Я сейчас